На ферме нашли сразу нескольких осиротевших котят. Дочка хозяина фермы занималась своими делами, когда заметила маленькие шевелящиеся комочки посреди опилок. Котят было шестеро, но выжить удалось только четверым. Девушка сразу же обратилась в общество спасения животных, поскольку малышам требовалась медицинская помощь, особый уход и правильное питание. Приехавший на место происшествия волонтер, Катя, сразу поняла, что котята серьезно больны. Она забрала их и повезла к ветеринару. Пока девушка ехала к врачу, крохи уснули прямо у нее на коленях. Ветеринар, осмотрев питомцев, понял, что малыши из разных пометов, поскольку одному из них оказалось не больше 4 дней, а остальным было уже около 2 недель. Глазки старших котят уже начали открываться. Всем крохам прописали антибиотики, направленные на лечение инфекции верхних дыхательных путей. Для котят нашлась передержка, и сейчас они живут в приемной семье. Глазки котят нуждаются в теплых компрессах и специальных каплях. После лечения малыши стали чувствовать себя намного лучше, и у них проснулся аппетит. Они понемногу приходят в себя и набирают вес. К слову, на той самой ферме уже не впервые помогают котятам. Эти крохи – не единственные, кто оказался в затруднительном положении. Всех, кого владельцы фермы находили на своей территории, они отправляли в надежные руки спасателей. На этот раз еще 4 котят получили шанс на лучшую жизнь. Волонтеры дадут им немного времени, чтобы подрасти и поправиться, потом стерилизуют и кастрируют питомцев. Ну а дальше дело времени и фортуны. Надеемся, что вскоре каждый из питомцев обретет дом и любящего человека.